Кызыле идет голосование за благоустройство общественных пространств. В 16 точках столицы установлены урны для сбора предложений от горожан по программе формирования комфортной городской среды. Из 20 общественных территорий всего можно проголосовать за 5. Напомним, с 9 января по 9 февраля объявлен первый этап сбора предложений от граждан. У жителей города есть уникальная возможность определить, какие территории подлежат благоустройству в первую очередь в 2018 году. Далее лидирующие общественные пространства попадают в финал, то есть 18 марта состоится голосование во всех избирательных участках, в результате которого станет известно, какие территории будут благоустроены в ближайшие годы. Отмечается, что порядок проведения рейтингового голосования на сессиях Урала представителей в декабре приняли депутаты города. Распоряжением главы города Дина Аюн в конце прошлого года был объявлен дополнительный сбор предложений от кызылчан по благоустройству общественных территорий. Помимо обычного голосования, свое мнение можно выразить еще в сети интернет на официальном сайте мэрии столицы.